сцены из его жития. Читается слева направо. Нет, не попробую. Всегда начинается, ну, какая-то сверхнего левого года, с рождения святого. Вот его крестят, да, в купели. Вот это ученики, становятся священником, затем епископом. Вот он является во сне византийскому, точнее, римскому императору, говорит, что тот осудил невинных людей на смерть. Вот здесь своей рукой Николай останавливает руку палача. Здесь сразу два чуда. В один раз он спас моряков молитвами от бури морской, а в другой спас утопающего человека, тоже с чудесным вмешательством. Тут он возвращает ребенка угнанного в рабство родителя. Ну и заканчивается всегда житийные иконы, как и сами тексты жития, сами погребения смерти, погребения святого, перехода в иной мир и так далее. Вот этот момент мы здесь с вами видим. Вот как бы небеса, так как бы уходит его душа и так далее, все эти моменты демонстрируются. Ну, Николай Чудотворец, в принципе, один из самых почитаемых в России святых, вот наряду с Девой Марией. Его иногда и называют, ну, скажем так, скорее шутка, Господь Богом. Ну, настолько вот почитаемый был персонаж. Это все иконы из разных иконостасов мы видим. Вот.